Всем привет, это канал Smart Master. Если у вас телефон Xiaomi попал в мой аккаунт, то вы не знаете, как его разблокировать, то я сейчас вам покажу одну инструкцию, как, в общем, использовать телефон Xiaomi без мой аккаунта. Вот у меня сейчас попал телефон в мой аккаунт. Если сейчас я включу Wi-Fi, то она автоматически заблокируется. И что нам нужно сделать для того, чтобы она, в общем, не работала с моим аккаунтом? Сейчас подождем немного. Ну вот написано, устройство заблокировано, вернее, телефон и так далее. Для того, чтобы активировать устройство, нам нужно подтвердить пароль, но... К сожалению, я забыл свой пароль от моего аккаунта. Для этого мы просто жмем на кнопку выключения, не отпуская, и телефон автоматически перезагружается. Для того, чтобы телефон Mi Account не работал, в общем, сервисом Mi Account, сейчас, когда она включится, быстро отключаем Wi-Fi и мобильные точки доступа, мобильные данные, то есть. Потом заходим сюда в настройки. Сейчас. И находим программку безопасность. Потом здесь находим трафик. И в этом трафике нажимаем на передачу данных. И здесь мы, как видим, есть варианты 3G и Wi-Fi. А вот здесь мы должны искать все сервисы Mi аккаунта, которые мешают нам использовать телефон. К сожалению, здесь мало что мы можем найти. Ну, в общем, из системных настроек. Вот когда мы заходим в системный, да, вот видим только 3G и 4G, а насчет Wi-Fi ничего такого нету. А вот здесь просматриваем, что-то там написано, MIUI и так далее, мы должны отключить их. Ну, для того, чтобы вот Mi Cloud особенно, и еще Mi Credit, Mi Drop, Mi Account, именно и вот эта программа. Вот просто отключаем доступ. Для того, чтобы эти сервисы не работали. Ну вот, например, Xiaomi сервис, фреймворк и так далее. Отключаем, а для того, чтобы она работала, в общем, ну, как бы скажем, без Wi-Fi, да, чтобы с Wi-Fi не получили бан, ну, как бы. Мы с Play Market находим вот эту программку. Или через кого-то, через другой телефон скачиваем, да, потом с помощью ShareIt программы отправляем его на свой телефон. Зовут эту программу Firewall без root прав. И нужно просто установить эту программу и просто заходить в программы и здесь тоже отключить доступ к этим программам, которые я перечислил. Ну вот здесь, в общем, Mi Cloud, Mi Credit, Mi Drop и так далее. И MIUI, ну, в общем, что связано с Mi, Xiaomi, вот сервисами, вот Xiaomi Service Framework и так далее, нужно их просто отключить, чтобы они не нашли доступ к интернету. И после этих манипуляций, вуаля, как видите, все работает, никаких проблем нет. И она будет работать без Mi аккаунта. В общем, вот посмотрите сами. Больше никаких проблем нету. С интернетом можете заходить куда угодно.
Дело в том, что эта программка и позволяет вот этим программам, которые есть, это как бы VPN, но она хорошая. Он не позволяет абсолютно этим программам заходить в интернет, и этим способом можно использовать без проблем. Ну, в общем, вы можете больше не использовать мой аккаунт. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всего доброго.